включая, разумеется, интересы государства. По нашему глубокому убеждению, решение ситуации вокруг Ирака следует искать в рамках политико-дипломатических механизмов, строго опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Эти отношения будут, конечно же, развиваться и дальше. Тот инцидент, который имел место, он вызывает сожаление, и мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы он не отразился на наших двухсторонних отношениях. В том, что касается понижения уровня наших отношений, то об этом речь не шла и не идет.